У тебя были мечты? Вспомни то чувство, когда верилось, что у тебя все получится. Что можно пробиться наверх и сделать это просто так, без чьей-либо протекции. Посмотри на этих ребят. Они знают, что не все вокруг за деньги. Они пришли на проект, потому что верят Тимати и Басте. Может быть, человек даже хреново исполнил и не очень спел, но он дал харизму, он показал, что он за этот шанс готов биться до самого конца. Человек, который смотрит это, сидя на диване, который не верит уже в свои силы, возможности, встанет и попытается что-то сделать со своей музыкой. Сейчас для этих парней и девчонок все только начинается. Посмотри, как сбывается чья-то мечта.